В рамках масштабного благоустройства произведен ремонт крыши дома по адресу Нахимова, 6. Жители говорят, что во время дождя с потолков квартир буквально лился водопад. Как дождь, там все лилось. На 14 этаже, там справа квартира, я не помню, она 112 или 114, там все лило. Очень дождались наконец-то. Заливало весь 14 этаж. Сейчас новые технологии. Нанотехнология, что ли, какая-то новая, наливное делать. Вот так вообще, по видимости, красиво. После обращения инициативных жителей к администрации округа, сотрудники ДЭЗа вплотную занялись крышей дома номер 6 по улице Нахимова. Ремонт кровли производился с применением новейших технологий, разработанных компанией «Интерскол». На крышу наносится теплогидроизоляция. Одно из явных преимуществ – простота нанесения. Специальная установка подает материалы по шлангам на кровлю. Химический состав распыляется оператором. В процессе задействовано всего 2 человека – оператор и его ассистент. Как выглядит в разрезе крыша, сделанная по этой технологии? Здесь вы видите слой пенополиуретана, который дает тепло необходимое. Материал эластичен и в то же время прочен. Его можно нанести абсолютно на любую поверхность. Она покрывает любые сложные геометрические фигуры и поверхности. Она застывает практически мгновенно. Бесшовная. Нанесение. Это самое главное в теплоизоляции, потому что, как правило, все тепло в доме уходит не через толстые или тонкие стены, а через мостики холода. Что такое мостик холода? Ну, это обычная щель. В Химках впервые использовали эту технологию в жилищно-коммунальной сфере. Покрытие, которое нам предложила использовать компания «Интерскол», это инновационное покрытие, это 100% импортозамещение. Более того, оно впервые применено в жилищной практике ремонтов по Московской области точно, а возможно и в России. В планах использовать технологию нанесения теплогидроизоляции не только на кровле, но и в подвалах, а также для утепления фасадов домов.